Ресурсный центр Bosch – это оборудованный класс, где учащиеся будут проходить дополнительное обучение по строительному и сварочному профилям. 3 года назад подобный центр был открыт в Ульяновске. Очень гордимся тем, что первый шаг был сделан именно в Ульяновске, и что этот шаг находит продолжение. Здесь, в Дмитровграде, где разворачивается грандиозная федеральная стройка, значит, атомный центр медицинский. В современном обществе очень востребованы рабочие профессии. И в целях модернизации системы профессионального образования администрации нашего города и региона было принято решение открыть ресурсный центр. Открытие этого центра – это очередной шаг в будущее, который позволит нам с вами повысить свое качество профессионального образования, подготовку рабочих кадров в строительной сфере. После торжественной части профессионалы компании Bosch продемонстрировали мастер-классы по работе с инструментами и оценили подготовку наших ребят. Евгения Криницкая, Виталий Немов, новости Димитровграда.